Дочь Анастасии Заворотнюк Анна улетела в Дубай, выложила в Инстаграм фотографию с пляжа и подписала «Привет, давно не виделись». Внешне 28-летняя девушка очень похожа на свою маму, живет на две страны, то в России, то в Эмиратах, подписала это и в соцсетях. Впервые в Дубай переехала в 2022 году, но говорит, что не из-за политических событий, а из-за того, что муж там работает. Полностью же переехать никак не может, говорит, Москва тянет, много родных, да действительно, ты и маму не так давно похоронила, в конце мая памятника еще нет. Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. И в годовщину венчания приезжал Петр Чернышов на могилу. Было 12 октября. Работники кладбища говорили, что невозможно смотреть на Петра. На нем нет лица. Всегда с цветами, ухаживает за могилой с особым трепетом. У дочки Анны очень интересный Инстаграм. Рекламировала она спрей для кожи от высыпаний, от акне. На Пасху ела мороженое. Рис с креветкой любит. Фото у бассейна. Чай на церемонии путешествия. То есть, видимо, действительно из-за мужа часто она в разъездах, ну, а может, это и стиль жизни, действительно, деньги наверняка есть, поэтому на куда тратить. Как понимаю, деньги у мужа тоже есть, в России не захотела работать, работают в Дубае, платят там действительно, наверное, неплохо, но вполне возможно, переехали из-за санкций, может, действительно, не может он работать, поэтому. Кем работает Анна Заворотнюк, никто не в курсе, даже в интернете пишут, мол, ведет личный блог, то есть, получается, развивает Инстаграм, заказывает там рекламу и на этом зарабатывает. Как дочка Анастасии Заворотнюк, действительно, как по мне, ну, вылитая мама. Ну, процентов на 40 точно. Все, что думаете, напишите в комментарии. Конечно, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал. Вместе интересно. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.